Всем привет, ребятушки, подписчики. Мы сегодня спонтанно приехали в Иерусалим. И сейчас мы вам покажем рынок иерусалимский. Махане Иуда называется. Смотрим, что тут интересного. В Иерусалиме намного прохладнее, чем в Тель-Авиве. Сейчас 24 октября и примерно плюс 24 градуса. Ну, ветерок такой дует еще. Вот здесь такие ходят трамваи по городу. А это вход в рынок. Мы сейчас снимем деньги и посмотрим, что здесь продается. Yeah.
Сел? Дикмен? Дикмен там? Ой-ой-ой. Чила, мазе. Look at your hand. Мазе бамба. Perfect, everything. No more, that's enough. No more. Ребята, мы зашли перекусить тут в Иерусалиме, прямо на рынке тут продают такие вот вегетарианские, какие-то вот в печи выпеченные грибы с тестом с таким, с кедровыми орехами, хумус, вот, листья всякие, салат такой, типа питы. Шира уже кушает питу, и сейчас нам хумус принесут еще с фалафелем. Да, вот это вот хумус. Оливковое масло, петрушка. Так вот кушаем мы руками лепешки. Уже в один год и Шира тоже кушает хумус с питами. Шира! Вышли из территории рынка, слишком много людей там, поели хумус не очень, сейчас мы идем тут, тоже продают какие-то булки, это вот старый город Иерусалима, ну не самый старый, есть еще древний город, который, это старые кварталы, тоже по лет 200-300. Может быть, даже и больше. Самому городу уже 3000 лет. Даже вот русские книжки тут. Есть книги. Иерусалимский дом книги. Золотая карета. Короче, ребята, мы решили просто сейчас поснимать так
город, людей. Заодно пройтись тут с Ирой вот вместе. Купили сейчас буквы, алфавит на трех языках. Английский, русский, иврит. Покушали. Вот здесь можно даже купить мороженое. Вот. Русское мороженое. Тоже русский магазин. Просто поснимаем людей и покажем вам город чуть-чуть. Купили мы, короче, это мороженое, русское пломбир в Иерусалиме. Первый раз вчера пробует его. But you like, yes? Меня жена любит это мороженое. И решили пройтись до старого города просто так пешком, потому что очень хорошая погода сейчас. Плюс 22 где-то так. Не жарко и не холодно. Просто решили пройтись. Где-то, наверное, полчаса ходьбы отсюда до старого города. Пойдемся, посмотрим, покажем вам. Если что-нибудь интересное, я вам покажу. Солнечные часы. So where are you now? Ребята, по дороге от рынка до старого города здесь оказывается по четвергам такой вот антиквариатный рынок. Всякие старинные вещи продают. Закрытый такой. Тень была. Сделали такой надвес. И продают такую барахло. Там даже, я смотрю, монеты продают. Ну вот, короче, такой участок, очень много всяких старинных монет, но люди не очень любят, когда их снимают, так что мы так быстренько идем дальше. Я стою.
Короче, вот дошли мы до старого города, но мы решили туда не заходить, потому что это еще может продолжиться несколько часов, там ходить вокруг. Очень много людей сегодня, и наша Шира устала, так что мы возвращаемся сейчас в обратную сторону. Вот Шира уже спит. В Иерусалиме очень много полицейских повсюду. Решили, короче, вернуться. Пройтись, может быть, где-то еще в каком-то переулке, и все, и поехать уже в сторону дома. Но с маленьким ребенком не очень легко так ходить целыми днями. Вот повсюду постоянно патрулируют амбулансы, эти полицейские, везде. Короче, Иерусалим сумасшедший город. Слишком много энергии он отбирает. Thank you.